Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика «Доктор Баня по белому». Мы сегодня продолжаем проговорить о бане, и я сегодня затрону наболевшую для некоторых тему, когда они говорят: вот бани нет, а в баню хочется. Какой выход? Что делать? Как можно таким людям что-то посоветовать? Конечно, существуют клубные бани. Я сам был в такой бане, меня пригласили в Подмосковье, когда люди собираются именно вот с интересом банщики, и они там парятся, общаются, проводят определенное время. Эта баня, она постоянно расписана за разными клубами. И вот определенное время, вот 2 часа, именно у этой вот команды. И вот набирается, да. В больших городах, да, это есть такое доступное, но опять же попасть в эту коллектив, компанию, это очень сложно. Там, конечно, идет обмен, рассказы, люди пытаются каким-то образом раскрыть себя, поддержать другого, идет, знаете, такое развитие такой темы банной. Интересно, конечно, но сказать, что эта баня именно для того, чтобы делать оздоровление, лечение, там, нет, это немножко другое. Есть еще коммерческие бани, где можно заказать банщика, где можно реально прийти к специалисту, он тебя разложит. Есть хорошие специалисты, очень изумительные. Ввиду того, что я не получил, как говорится, разрешение, могу только сказать о тех, которых на слуху. Это тот же Василий Ляхов. Они с человека именно, как говорится, как с листа считывают, что ему нужно, и то ему и дают. Они ему восполняют необходимое, то, что нужно. И это такие вот коммерческие бани, они, их не так уж много. Потому что таких специалистов, они есть в каждом городе, но они все на, как говорится, мало предложений, а желающих очень много попасть к ним. Поэтому для общего такого ответа это тоже не подойдет. А вот существуют частные бани на съем. Вот это да, это очень интересно, когда вы знаете, что в этой бане все сделано правильно. Когда в этой бане есть хорошая, правильная печь, и когда там вам предоставят все возможности, что вы можете себя полностью проявить. Это очень здорово для тех, кто живет в городах, все, они выезжают. Это обычно бани, вот как у нас. Допустим, в Анапе много коммерческих бань, но существуют и бани на съем, как вот Суко. Здесь 14 километров от Анапы, и здесь находится такая баня, вот как улица Советская, 192А. Баня на дровах, семейная такая баня, частная баня, и она именно остается на съем. И там все сделано для того, чтобы человек мог себя проявить сам. Но тут получается, что человек должен полностью понимать, что он делает. Это уже люди, которые именно закаленные, которые знают баню, которые ее поддерживают, проповедуют, и которые именно в теме вот это ее оздоровления и лечения. Для таких людей, конечно, вот выезд там раз в неделю или как у людей какая потребность, это вполне доступно находить такие бани. Они, я же говорю, я вот в округе тут знаю, где у каждого где-то в округе, знаю в Краснодаре такие же бани, которые тоже на съем, пожалуйста, приезжайте. Вам предоставляют, при том, что с хорошими печами, с хорошими паровыми режимами.
Это да. Баня у родственников. Ну, к родственникам часто не набегаешься, тем не менее, это тоже выход. Потому что, ну, вы же ж... Кто-то живет в квартире, а кто-то из родственников живет в частном доме. И баня у него каждый день не функционирует. Конечно, у него есть дни, когда баня простаивает. Если вы на себя возьмете функцию подготовки бани, уборки в баню, да, никто из родственников не будет с вами спорить. Пожалуйста, приходи. Как говорится, сам натопился, сам попарился, сам убрался. После себя все нормально. Баня у друзей очень часто, ну вот как у меня сын, к нему друзья часто приходят. Многие друзья не имеют бань, ну нет возможности там в городе Анапе иметь, но они знают, что Алексей в субботу всегда затевает баню и приходят к нему попариться. Есть и такое. Можно еще как арендовать баню. Ну, допустим, у человека есть земля, вот тоже знаю, тут недалеко человек эту землю арендовал, привез небольшую баньку, поставил уже банный модуль. И по выходным приезжает со своими дровами. Он хозяевам не мешает, потому что он выход сделал наружу, договорился. За арендованную площадь он платит, там это сущие, как говорится, копейки. Но это тоже выход. Поставить вот такой банный модуль не проблема, не проблема. Ну и на крайний случай это в помещении приспособить под баню. Ну, есть в некоторых квартиры позволяют, что можно сделать 2 на 2 угол, выгородить где-то или в хозяйственном углу, или на лоджии, или на балконе, и сделать там баню. При нынешних технических возможностях все это доступно. Поэтому, пожалуйста, вот вариантов куча, тем более, что если кто-то заинтересовался, вот особенно кто приезжает сюда на курорт, в Анапу, там все сухое, то я в конце оставлю вам адрес вот этой Суко бани. Изумительная банька с изумительным вкусом, хозяева поддерживают там такой, ну, очаровательный дух, просто это не баня, это сказка. Пожалуйста. Пока у меня все. Всего вам доброго.